Армрестлинг, легкая и тяжелая атлетика и гиревой спорт и другие виды спортивных соревнований. В ауле Беслине прошел республиканский этап 12-х всероссийских сельских спортивных игр. О том, как проходили соревнования и кто стал победителем, расскажет Али Баташев. Усилие, рывок и вверх устремляются 48 килограммов железа. Каждый удачный толчок гирь – маленькая ступенька к победе. Дахир Хубиев из Малокарачаевского района открыл соревнования по гиревому спорту и толкнул гири 33 раза. Ну, это мало, но как получилось? Тяжело? Ну, нелегко. На тренировках больше, да, получалось? Ну, не знаю, как на тренировках, но думал, что больше будет просто. Угу. Получилось, что правая лучше, левая хромает. Теперь что? Будете работать над ошибками? Да, подтягивать левую будем. Угу. Как ваше вообще впечатление от соревнований? Очень рад, очень все хорошо. Уступать среди сильно хорошо. В этом году в республиканском этапе 12-х всероссийских сельских игр участвовало 5 команд. За победу боролись спортсмены-любители из Малокарачаевского, Адыгехабльского, Хабесского, Усть-Джигутинского и Прикубанского районов республики. Цель данного мероприятия – приобщить жителей сельской местности к занятию физической культурой и спортом. Все мы с вами знаем, что зачастую большие чемпионы, великие чемпионы – это выходцы из сельской местности, поэтому стимулирование и пропаганда здорового образа жизни на селе – это очень всегда нужно и актуально. Соревнования по нескольким видам спорта проходили на различных площадках. На стадионе состязались по армрестлингу, гиревому спорту, стритболу, силовому троеборью, тяжелой и легкой атлетике. А в школе по настольному теннису, волейболу и другим видам спорта. По итогам соревнований в общекомандном зачете победили хозяева поля. Второе место заняла команда Усть-Джигутинского района, а третье – команда из Малокарачаевского района. Из лучших спортсменов будет сформирована сборная команда Карачаева-Черкесии, которая представит республику во всероссийском этапе сельских спортивных игр в начале августа в городе Курске. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район.